И я вам еще расскажу одну штуку, о которой мало кто знает. Обычно многие люди берут и делают... Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я буду готовить карпа, запеченного в духовке под сметанкой. Это, наверное, самый простой рецепт. У меня каждый раз рецепт все проще и проще. Самый простой рецепт, как можно вообще приготовить рыбу вкусно. Просто будет праздничное блюдо. Рецепт настолько простой. Смотрите это видео, и вы узнаете несколько секретов, которые отличают обычного карпа, запеченного в духовке, от королевского карпа, который получится у вас со мной вместе приготовленный. Из пряности я буду использовать черный перчик и белый перчик. Какая красота, когда ножи острые. Несколько долек лимона пойдет в серединку карпика. Смесь перцев. Посыпаю сверху и внутри. И опять сверху. Морская соль крупного помола. Из головы я вытащил жабры, потому что при таком способе голова хорошо приготовится, будет вкусная и не будет этого сырого привкуса. Кажется, все так готовят и у всех получается вкусный запеченный карп. Но это только начало. Смотрите дальше несколько секретов. Смазываю карпика растительным маслом. Масло придаст золотистую хрустящую корочку коже карпа. Будет очень вкусно. А также через масло будут переходить пряности и соль в мяско. Чтоб понравилось моим друзьям. Обычный противень, а вот это две алюминиевые решетки для пиццы. Я их положил на подставочки и уже на них кладу. рыбку. Ого! Такая рыбка и в сковородку не полезет. Вот. Это сделано для того, чтобы горячий воздух, который идет снизу духовки, пропекал кожу карпика, он не варился в своем соке и жире, который выделяется. И нижняя часть кожи тоже становилась хрустящая и аппетитная. А теперь сюда несколько долек лимона, я их не выдавливаю, чтобы лимонный сок раньше времени не стал воздействовать на мясо и не мешал нам приготавливать. Духовку я разогрел до температуры 200 градусов и ставлю рыбку в духовку. Карпик уже приготовился, и теперь последний, самый важный штрих. Я вот так слегка смажу его сметанкой. Горяченькая. Вот так легко, просто готовится обалденный запеченный карп. Шкварчит. Сверху политый сметанкой. Сметанка дала обалденный цвет. И я вам еще расскажу одну штуку, о которой мало кто знает. Обычно многие люди берут и делают на мясе рыбки вот такие надрезики, чтобы она быстрее приготовилась или красивее выглядела. Но в этом случае мы перерезаем мелкие косточки, какие есть в мышцах рыбы, и они становятся
Но тогда мы перерезаем мелкие косточки, какие расположены вот здесь в спинке рыбы. И этих косточек становится очень много. Они настолько мелкие, что их практически невозможно достать. Это большая ошибка. Рыбку резать на такие долечки не стоит. Вообще как вкусно. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте огромные-огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня – это самое спокойное место.